Это очень серьезно, и это очень даже, знаете, где-то позитивно, отрадно, потому что люди, все жители нашей Тюменской области должны понимать, что с эпидемией, с пандемией ничего не остановилось. Национальные проекты как работали, так и работают. В рамках национальных проектов мы не остановили ни одно мероприятие, а это приобретение высокотехнологического оборудования, которое сегодня поможет сохранить очень много жизней, поможет обеспечить людям нормальную социальную активность, говорит о том, что мы идем, будем так говорить, параллельно. Пандемия есть пандемия, но жизнь не останавливается, люди живут, люди болеют, люди встречаются с серьезными проблемами, для них, казалось бы, фатальными. Мы хотим доказать, что онкологические заболевания – это не всегда фатально, это даже в меньшей степени фатально. А тогда, когда мы приобретаем, устанавливаем такое оборудование, это говорит о том, что очень большой процент надежды на выживаемость, на излечивание, и это очень здорово. Тюмень в этом отношении, Тюменская область, всегда старается быть, ну, на шаг впереди, потому что мы понимаем, что это такое, мы понимаем, мы любим наших жителей, наших граждан, жителей Тюменской области, и делаем все, что от нас зависит. И такое оборудование – это не последний шаг в реализации национального проекта здравоохранения.